Человечный огурец. Сегодня родину кто хранит надежней других? Поищем-ка. Боюсь, что на страже ее границ один остался. Онищенко. Не раз, не десять родной народ смекалка его спасала от вин грузин, от хищнейших шпрот и от майданного сала. Теперь он увидел, что где-то там, в надежде сюда пробиться, в зубах сжимая кишечный штамп, балдёт. Огурец. Убийца. В ответ Геннадий взревел рывком. Повсюду клыки врагов ища, и все границы одним рывком закрыл для чуждого овоща. Теперь при виде его клещей мещанишка бочку катит, что, мол, без импорта овощей у нас в России не хватит. Приметы паники нам странны. Не страшно нам ничего вообще не хватит. Да больше, чем полстраны у нас поголовно овощи лежат на травке. Шумят, висят, шумят, по ТВ вещая, где был когда-то вишневый сад, теперь гряда овощная. Растут развесисты и мощны, бактерии им помехали, засохли злаки, грибы сошли, а фрукты давно уехали, а овощ всюду за 10 лет устроил себе становище. Надежнее нету, мясистей нет и тверже русского овоща. Его и климат не доконал, навоза вокруг крещендо, и первый канал, и второй канал его орошают щедро, раздут нитратом, отмыть до блеску. Умеет сказать красиво, его пихаешь в овощерезку, а он говорит спасибо. Ограбить, трахнуть, варить, солить, каких хотите делов еще? Мы мир готовимся завалить избытком русского овоща.